На канва, куда должны мы двигаться и как мы должны двигаться. Чего мы думаем? Они же, когда разрабатывали эту стратегию, они же не называли 9 человек заместителей, и в том числе, что Шалмуев будет вор, и этот самый Нечаев тоже будет вор. Завтра, может, еще 5 воров будет. Так надо Митину работать самому. Это так, чтобы народ видел, что он работает, а не отсвечиваться, выходить на поле, чтобы их фотографировали в белых костюмах. Рожь уже возмущается их присутствием. Они бы хотя бы уважали тех людей, которые выращивают это зерно и эту рожь. Люди в замасленных спецовках, они приходят в белых халатах на поле. Такого чуда никогда не было. Это отношение к россиянам.